1 июня 2017 года на территории нашего офиса сотрудники СБУ Украины в течение 17 часов проводили обыски, следственные действия, в результате которых были изъяты маршрутизаторы, сервера, жесткие диски, которые обеспечили работу нашей сети, более половины офисных ноутбуков. Общий финансовый ущерб оценивается в порядке в 3 миллиона гривен, которые за 17 часов нам смогли нанести. Отдельно, и это, к сожалению, отдельно прикро, то, что называется, вещь, отдельно было изъято чуть больше 70 тысяч гривен волонтерской помощи, которую мы планировали отдать в качестве волонтерской помощи Збройным силам Украины. Это единственные деньги, которые нашли на территории нашего офиса. Помимо этого, серьезным образом пострадала деловая репутация компании, которую мы нарабатывали годами. Вы знаете, что репутация нарабатывается годами, а, к сожалению, портится очень быстро и не всегда заслуженно.